Если дома есть фарш и картошка, приготовь вкусную запеканку. Одну луковицу мелко нарезаем и смешиваем с одной упаковкой фарша, примерно 450 грамм. Солим, перчим, добавляем одно яйцо и хорошенечко перемешиваем. Для соуса смешаем 2-3 столовые ложки сметаны, 100 грамм майонеза и 2 зубчика чеснока. 1 килограмм картофеля нарезаем тонкими слайсами. В форму для запекания выкладываем слой картофеля. Солим и поливаем соусом. Сверху выкладываем фарш. Далее снова слой картофеля. Солим и поливаем соусом. 2 помидора нарезаем тонкими кружочками и выкладываем сверху на картофель. Выпекаем при температуре 180 градусов 40 минут. Достаем, посыпаем сырочком и выпекаем еще 10 минут. Простая вкусная запеканка готова. Приятного аппетита!